Я думаю, что каждый из вас знает, что сегодня и завтра объявлено трауром в стране. По тем людям, которые погибли во вторник, четверг и до этого. Все официальные мероприятия по Украине отменяются. Значит, наша гонка не является официальным мероприятием. Она пройдет. Это тренировочное соревнование. Но, естественно, она будет посвящена тем людям, которые погибли. Это наши соотечественники. Это люди, которые боролись за то, чтобы нам впоследствии было жизнь. Поэтому наше время, которое пойдет с минуты молчания. Прошу всех помолчать.